И всем привет, с вами Зуру, и это LEGO City Comparison. Значит, я сравниваю набор 7639, 60057 и 4435. Но я буду сравнивать только вот эти две машины, потому что это, ну, нельзя никак сравнить, потому что это на колесах домик, а это уже и машина, и домик, поэтому вот буду сравнивать вот эти вот машины. А так я сейчас покажу, значит, вот, вот такая машина. Вот открывается вот здесь, кто забыл, как что здесь выглядит, что здесь есть вообще. Вот так, сейчас открою, вот. Значит, вот, вот так вот выглядит, чтобы вы могли иметь представление. Вот. И вспомнить, что это за набор. Так, ну, сейчас я вам покажу, значит, сначала по размеру. По размеру. Значит, по размеру машины, значит, не совсем одинаковые. Это по длине больше. Точнее, длиннее. Вот, по высоте я могу сказать, что она выше. Вот, значит, она выше. Значит, и в том, и в том наборе два человечка. Вот здесь вот каноэ, а здесь вот велосипед и доска вот есть такая. Вот, значит, перед отличается, бока отличается. Ну, короче, все отличается. Вот, значит, наклеек. Как бы здесь больше, насколько я помню, да. Здесь наклеек больше. Вот, и здесь вот такой выступ есть, а здесь такого нет выступа. И открывать совершенно по-другому. То есть здесь надо вот эту лампу снять, и оно откроется. А здесь надо просто это отодвинуть. Теперь рассматриваем внутренности. Значит, здесь, сначала отсюда, значит, внутри можно посидеть, попить кофе, полежать, телевизор подсесть. Здесь то же самое, можно и пожарить, ну это, конечно, не в машине, а на улице, и здесь поспать. Но здесь есть по-другому, то есть мы должны вот это вот снять. Здесь открывается, и здесь есть отсек, куда можно положить вещи. А вот, вот здесь можно, сейчас я вот так открою, а вот здесь можно поспать. То есть мне больше всего нравится машина вот эта вот. Вот. Значит, вот так вот. Ну, а то я не могу сравнить, потому что, как говорил, это домик на колесах. Так бы на прицепе. Вот, дальше, ну, здесь два человечка, значит, все отличается. Здесь вот есть еще такая вот лестница. Вот, что еще здесь можно сравнить? Ну, телевизор вот-вот здесь есть. Он как бы прикреплен к стенке, так скажем, а здесь он приклеен, как бы это наклейка. Вот здесь вот. То есть, ну, что я могу сейчас сказать, какое мое мнение. Значит, мое мнение таково. Больше всего машина мне раньше нравилась вот эта. Потом мне понравилась вот эта, а теперь вот эта. Мне теперь больше всего нравится вот эта машина. Почему? Потому что здесь больше наклеек. Много что где открывается. Красиво там сделано. Интересно было собирать. Вот. А в этом, ну, это устаревший набор уже, как бы, ну, он простенький. Видите, здесь все как уже, как скажем, как у нас в городах, там, такие вот сделали перед. А здесь просик этот. Треугольнички поставлены и так. Там просто машина, как бы. И домик вот такой красивенький. Вот. Так что вот этот мне домик больше всего нравится. Напишите в комментариях под этим видео, какой вам набор понравился. Либо набор 4435, это вот этот, 4435. Либо 7639, это вот этот. Либо 657, это вот этот. Напишите. И мне будет интересно, кому какой набор нравится. Но мне нравится вот этот. Спасибо, что посмотрели. Ставьте пальцы, комментируйте, подписывайтесь на это все. Всем пока.